Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами я, Глеб. И сегодня мы продолжаем играть в Tomb Raider. И, как вы помните, в прошлой части мы нашли Рота, но, увы, тот, скажем, был в не в лучшем состоянии, чтобы идти. И теперь мы с вами одни должны вроде как туда добраться. А, фиг поймешь, куда, если честно. Так, посмотрим, что у нас тут. Кажется, эта монета вошла в обращение в Японии где-то в середине 19 века. Сейчас посмотрим ее тщательно. Так, как бы ее тут осмотреть. Иногда просто что-нибудь еще она находит, если тут поприближать, ну и прочих делов поделать. Может, что-то в этой дырке есть, не? Ладно. Окей. Так. Что бы еще нам сделать? Давайте-ка подумаем. Лагерь. Кстати, можем что-нибудь прокачать? Увы, ничего. Так, куда нам идти тогда? Сюда, что ли? Да, сюда. Так. О, блин, надо эту фигню сбить. Так. Так, как бы эту фигню сбить? Ну-ка. А это не сбивается, что ли? Окей, я думаю, что можно сбить. Так, что произошло? Так, одного убил. Сейчас сюда еще кто-то должен прийти. Нет. Никто не пришел. Странно. Вот один. Так, больше никого. Вот и славно. Так. Посмотрим. Как тут дела? А, стоп. Вот тут жмурик, надо обыскать его. Так. Что у нас здесь? Стрелы. Так. Ну-ка, где-то здесь еще кот. О, бляха. Так, чуть не спалился. Так, я уж думал, он встанет, хотя мы ему вроде как в голову попали. Ну, мало ли у него там каска какая-нибудь, хотя... Черт его знает. Ну-ка. Так, прошу прощения. Где-то еще кто-то здесь должен быть. О. А вот еще мы кого-то убили. Запчасти, отлично. Так. Свет этот не убрать, не? Убрать. Можно, отлично. Упс. Где это кто ходит? Я слышу уже здесь кого-то. Ага, во. Ну все, парниша, все тебе. Конец. Так. Осторожно. Главное здесь не спалиться. Вообще, как бы здесь осмотреться можно было. Помогите мне! Ты умрешь! Где кто? Кто ходит сюда? Отойдем. А заметили, нет? Убил. Отлично. Фух. Я немножко испугался, конечно. Такой момент был жестокий довольно. Так. Здесь еще, наверное, кто-то есть. Бляха, здесь еще кто-то есть. Валим, 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 валим. Бляха, бляха, бляха. Ну-ка, иди-ка сюда. Кто здесь у нас еще остался? Ну, я видел тени. Не надо меня пугать. Да, странно. Ну ладно. Так, собрать бы стрелы. А, у нас так все на максимуме, да? Да. На максимуме. А если что, дальше пройтись? Что-нибудь будет? Так, здесь ни черта. Оу. Вы посмотрите-ка на этого красавца. Хм. Я тогда не знаю, что да как. Вот это бы потушить было бы неплохо. Ладно. Пофигу, уже заметит, не заметит. И так уже. Так, а где еще одни? Я же знаю, что здесь кто-то есть. Хм. Странно.
Так, что это? О, очко опыта получили, отлично. Период Эдо. Монета отчеканена в конце 17 века. Могла попасть сюда с любого корабля на острове. Так, на ней ничего больше нет полезного. Окей. Так. Что здесь? Здесь текстура тупит. Окей. Так, а что здесь? Ну, лук. Очень стрел для лука. Ага, вот, смотрите-ка. Так. А мы ему так. Вот, черт, тут еще один, оказывается, был. Откуда же вас столько, если... Если я, по-моему, лишь мало видел, что. Еще где-то внизу. А, не, не внизу, я понял, где. Ой. Так. От меня не спрячешься. Так, надо это спрятать. Точнее, спрятать, говорю. Выключить. Ой. У меня тебя терпит. Вот твою ж. Так, короче, ты, парень. Так, как бы его убить-то, а? Стой. Воу-воу-воу-воу. Да блин. А чё, в рукопашке нельзя никак бить, а? Да. Ступили тут пару раз, а так почти в стелсе прошли. Черт возьми. Так, больше ничего нету? Да ладно вам. Неужели ничего? Должно же быть хоть что-то. Ну, вот этого, например, что-то. Запчасти. Ну, тоже неплохо. Так. Ну ладно, попробуем. Так, стоп. Оу. Так, отлично. Больше ничего нету. Есть вот это, но у нас, как всегда, стрелы на максимуме. Максимум стрел. Так, телефон звонит еще, прекрасно. Итак, прошу прощения, отвлекли, как всегда. Вот как всегда. Вот когда начинаю записывать, кто-то начинает что-то чем-то мешать. Окей. Так, как туда залезть? Угу. Тут еще надо сообразить, как куда лазить и как куда прыгать. Так, вниз это не вариант, естественно. Ага. Какие-то прожектора, колючая проволока. Не к добру это. Блин, а как сюда залезть-то? Надо еще сообразить. Так. Хм. Ага, во. А, нет. Радовался недолго. Так, что мне, что от меня требуется? Не понимаю. Окей, я понимаю, что мне надо идти туда. Я понимаю, но... каким путем, каким способом я... А, понятно. Ступил. Сейчас это тогда... Это бункер. Времен Второй мировой. Кажется, японский. Ну, естественно, раз остров японский. Хотя, мало ли, что тут могло твориться. Так. А, у нас и так все на максимуме. Ну ладно, понеслась тогда. Но уже... Вау. Ледяная. Ледяная, говоришь? Если ледяная, то надо отсюда сваливать. Так, что у нас тут? Короче, непонятно, чем это все закончится, но я теперь с отцом Матиасом. А что, если мы тут навсегда, надо как-то устраиваться, да? Он меня первым братом называет. Вообще-то Матиас с головой не дружит, да, это понятно. Но вот что не отнять, он умный, он опасный. И он об острове все знает. Если удастся отсюда свалить, то вот этот точняк только с его подачи. Но так что мы как бы довольны, еда есть, оружие есть. Что шторм на берег вынес наше. Насчет новых, если пассажиров надо порешать, тоже мы. Хотя что там решать, кто не согласен, то вопрос ход. Короче, мы здесь хозяева. Понятно. И еще, так скажем, одна заметка этих вот сумасшедших. Как открыть? Хм. А, вот, дырка, черт возьми, что я туплю? Ага, то есть я не открою, пока вот эту фигню не уберу. Понятно. Окей. Так. Ну тут, конечно, антисанитария полнейшая. Так, что у нас тут?
Инструменты. Здесь у нас что? Ничего. Зачем он им? Видать, для генератора. Для вышки. И как мы поднимем эту штуку по лестнице? Хрен знает. Оставим его здесь. Ладно, я спрячу пока что здесь. Нужно посмотрим, что тут у нас. Согласен. Так, инструменты. Опыт. Ой, блин. Твою мать, как вы меня успели заметить? Так, черт, ладно. На тебе. Ох, ты ж, елки, успел. Однако. А, нет, не он. Ну иди сюда. Блин, да что она туда посмотрела? На тебе. Все, все. Все уроды вышли. Надеюсь, все, потому что, блин, сами видите, какой. Какой-то трындец творится. Так, на всякий случай на этот раз лук возьму, потому что. Может, этот раз не получилось нормально пройтись, но тут уже что поделать. Так, ковер. Кстати, прикольный ковер. Хочу себе такой же. Ну ладно. Так. Что здесь? Здесь ничего. Оглушение. Раните. Ранение в ногу выводит врага из строя. Здесь где-то враг, что ли? Я иду за тобой! Где? Кто? А ты откуда взялся? А, что-то это было очень легко. А какого черта? Он откуда вышел вообще? Я не понял. Оттуда его, что ли? Хм. А сюда дальше не пройти, да? Сплошная гора хлама. Точнее, гора. Так. Я тогда не знаю, куда идти. Здесь не пройти. На столе что-нибудь есть? Нету. Пригнуться здесь нельзя. Пройти тоже. Даже если бы смог пригнуться. Все равно. Хм. Ага, во. Все, что-то не сразу заметил. Так, что у нас здесь? No one lives. Окей. Так, это я потом возьму. Никто не уйдет. Ну вот, я про это и говорил. Так, что здесь? Здесь что, больше ничего нету? Ну-ка, здесь какая-то коробочка, не? Мне показалось. Так, ну же. О, теперь я понял, куда идти. Что, ЛТ? Ты это куда его бросить, что ли? Окей. Вау. Вопрос только, зачем? Все это. Ну ладно. Надо было, так надо. Теперь что? А, это мы так проникли. Эта дверь не открывается, естественно. Естественно, надо искать другой путь. Я, кажется, знаю даже где. Так, ведь неспроста сейчас надо на X нажимать, да? Я ведь вас правильно понимаю? Отсюда никуда не убежишь! Что за черт? Так. Так, что делать, что делать, что делать? Куда? Во, мы сюда пойдем. Сюда нельзя спрыгнуть. Ну, здесь, по крайней мере, безопаснее. И теперь, наверное, надо вот эту вот фигню было бросить, да? Ну, посмотрим. Вау! Я все-таки был прав. Так, он жив? Нет. Ну, почти. А, я думал, подстрелить можно. Вау, это же этот Стэн, или как это называлась эта пушка? Неплохо. Убей меня. Пожалуйста. Давайте сделаем, распросит. Гори в аду. Ну, окей, ну он сам просил нас, вы чё? Так, переключаться теперь мы можем. Так, так, так. Все отлично. Управление вполне себе такое приемлемое. Для геймпада, естественно. Так. Не знаю, конечно, как на клавиатуре было бы уже это, ну ладно. Так, опять никто не уйдет. Тут написано теперь что? Какое-то тряпье. Патроны. Для Стэна, походу, да? Так, что это? Отчет экспедиции.
Погодные условия крайне неблагоприятны. Ладно, мне это не очень интересно, если честно. Вот еще этого члена братства какого-то было намного интереснее слушать. Что за... Конец тебе! Твою мать, не получилось. Так. Так, тебя теперь. Все, отлично получилось. Так, берем это. Где кто еще у нас остался? Ага. А, блин, мне показалось, что... Оу! Ого, сколько вас тут! Так. Так, возьму пистолет лучше. Окей. Здесь уже стелси никак бы я не прошел. Так. Сейчас обчистим это. Отлично, еще новая модификация доступна нам. Вообще просто прелестно. Так, этого нельзя обыскать. Берем это. Это. Больше ничего у них нету. Смародерствовать больше что, ничего нельзя? Так. Так. Может эту фигню прикончить? Во. А то она меня немножко раздражает. Так, куда идти? В эту комнатку? Ой, или туда? Что в этой комнатке есть полезного? Ну, только если вот этого жмурика обыскать, ну, еще... Отец Матиас освободит нас. От чего? От острова? Да хрен его знает от чего. Это уж не у меня, спрашивайте. Так. Ну-ка, если наверх залезть... Что там? Если наверху что-то есть, только надо как-то залезть. Ну-ка. Может, удастся мне? Увы, никак. Ну ладно, не удалось, так не удалось. Че уж там. Я-то думал, пострашнее кто-нибудь вылезет. А тут какое-то пугало. Так. Опа, отлично. Так, ну я кажется... Мне кажется, что здесь какой-то подвох будет сейчас. Я бы не стал трогать. Листвы сколько? В чем прикол? Алекс, ты на связи? Да. Пульт сломан. Плохо. Но если рядом нет магазина электроники, тебе придется все сделать вручную с инженерного пульта. Ну что ж, надеюсь, справлюсь. Ну да, но сначала его нужно найти. На этих старых вышках их размещали высоко. В смысле, очень высоко. Опять наверх? Прекрасно. Ну что ж, отлично. Нам теперь опять нужно тут лазить наверх. Интересно мне еще, как она слезет. Ведь мы, поскольку с вами видели, там вышка такая, ну, не маленькая. Так, вот, дневник еще один. 6 сентября 82 года. Итак, я остался один. Остальных больше нет. Оно и к лучшему. Понятно. Тут дальше начнутся, так скажем, изречения безумца. Ну ладно. Вот смотрите, вот прям вот, вот знали, что сейчас сюда придет Ларка и... Вау. Да, ого. Нет, труп тут немало. И как мне через это все пройти? Тихо. Блин, слушайте. Напряженный, однако, момент. Так скажем. Так, осторожно, Ларка. Только бы эта вышка заработала. Да-да. Блин. Знаете что? Это не так здорово, как кажется. Так, теперь надо эту фигню выбить. Воу. Превосходно. Ага. Еще мне как-то до этой вышки добраться надо.
Так. Снег. Аномалия. Какая еще аномалия, не знаю. Но давайте-ка лучше прокачаемся по полной. Так, лук, что можем модифицировать? Что это у нас? Усиленные плечи. Понятно. Ну, возьмем, наверное. Или что у нас еще есть? Винтовку можно прокачать. Даже не знаю. Пистолет, что-нибудь еще. Дульный тормоз. Автоспуск. Магазинчик бы побольше. Так, ну здесь у нас все. Что можно? Наверное, давайте-ка, может, лук уже прокачаем полностью тогда. Чтоб потом уже с луком этим не маяться. Так. Посмотрим, что у нас тут. Мастер выживания. Боец еще. Блин, даже господи. Так, что у нас тут есть? Возврат стрел. Мародерство. Возьмем это. Во, неплохо. Все. Теперь осталось нам подняться на вот эту вот гору. Ну, думаю, будет весело. Так, теперь главное не упасть. Не упасть. Держись, 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 Ларка. Я в тебя верю. Воу! А, ой, господи, не то нажимаю. Как? Я же нажимал. Какого черта? Я же нажимал это вот все дело. Ну ладно, теперь мы с вами... Снег. Аномалия. По крайней мере, теперь мы с вами на чеку. Ну-ка, что это все заново прокачивать? Да нет. Слава богу. Посмотрим, что тут у нас выходит. Но мы теперь знаем про этого мужика. Теперь мы бояться не будем. Так, 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 я сразу нажимаю. О, отлично, получилось. Отлично. Так, но я так понимаю, он здесь не один. Да. Черт, сколько их тут? Так. Минус один. Что-то он не туда бросает, куда надо. Окей, попробуем, сука. Твою дивизию. Ну, прятаться они в укрытиях не умеют. Это уж... Еще не знаю даже, как объяснить. Так, что здесь? А, да, мы же теперь можем боеприпасы и прочее находить в трупах противника. Так, а что это? Что это мы еще взяли? Где? Кто еще остался жив здесь? Хм, странно. Я еще кого-то слышал. Либо это у меня... Ага, все-таки не показалось. Так. Да черт возьми. Так, теперь этого осталось прибить. Стой! Бляха. Походу придется идти вот так. На тебе. Так, кто там еще у нас остался живой? Так, обыскать вас можно, судари? Отлично, теперь у нас запчастями как-то получше будет, чем раньше. Так. Нам, по сути, туда надо, но я не успокоюсь, пока этих не обыщу. Кто там еще у нас остался? Вот это я зря. Так. Не очень хороший, конечно, хороший вариант стрелять с винтовки, потому что патроны на нее не знаю. Не так много, как я думал. Ну-ка, а если мы так сделаем? О! А вы думали, что Ларка тут себя в обиду даст, думаете? А вот фиг. Ага, ну иди-ка сюда. Вот сволочь, все-таки спрятался. Так. Кто еще у нас рискнет? Слушайте, это уже не дело. А мы его лучше убьем, потом можно будет обыскать нормально. Потому что если его добить, там, по-моему, с него ничего не падает. Ну ладно. Так, подождите-ка минутку.
Так, опять меня в самый неподходящий момент отвлекают. Сволочи. Так. Чё, кто еще остался здесь? Вот остался. Вот остался. Так, что у тебя есть? А, тут мне показалось, что кто-то есть. Так, я правильно иду вообще? Может, все-таки вот это вот обыскать? Здесь явно что-то будет. Вот какой-то сундучок. Вот дневник еще какой-то. 13 октября 90-го года. За прошедший... Кстати, ачивку получили, заметьте, книжный червь. Отлично. Интересно, как тут действительно с ачивками у них дела обстоят. Потому что пока что только одну заработал и парочку из мультиплеера, и все. Так, здесь, может, что будет. Потому что вот эту стенку я еще давно заприметил. Ой, да, это стенка. Все верно. Так, что-то здесь у нас. Какие-то солдатские личные жетоны. Иероглифы мне не знакомы. Может, времен Второй мировой? Может быть. Так. Я не знаю. Больше здесь ничего в них нету. А жаль. Так, здесь что-нибудь. Ничегошеньки. Ну... А, стоп, еще вверх у нас есть. Нет, увы. Так, нельзя на этой фигне проехаться, не? Я думаю, можно. Ну ладно. Ну ладно, тогда продолжим наш путь. Что мы тут будем останавливаться с вами? Тут ведь только еще с вами начали, можно сказать. Интересно, сколько записываю, конечно. Вот, больше всего хотелось узнать, но... Увы, пока что не могу. Так. А в принципе, мне еще недалеко осталось до этой башни. Я думаю, до нее дойдем и все, на этом часть завершим. Так. Ну, полезли. Да вы издеваетесь. На тебе. Кстати, что хотел сказать. Мне нравится стилизация кнопок здесь, конечно, другие геймпады сделали. Так, где кто? Да ёлки. Да ёлки моторки. Так, заряжайся давай. О. Хорошо, что не косые. Она еще жива. Давайте сюда здоровяка. Ну, кос здоровяка, вы чё? Блин, а вот этот попал. Черт, что делать? Как его убить-то? Где он вообще? А? Где? Вот! Я тебя прихлопнул! Да ёлки, тебе повезло! Или я его прихлопнул. Так, хп, регенься быстрее. А, стоп, этого не обыскал, кстати говоря. Так, спускаемся. Ой, что-то я боюсь спускаться вниз! Так. Сохранение. Блин! Как всегда все вовремя. А, это здоровяк. О-о-о-о, как мне его убить? Уклоняйтесь. Просто мне от него уворачиваться сейчас. Окей. Так, я буду так, короче, ползти все время. О, офигенно получается. Хорошо. И долго я так от него уворачиваться буду? Мне вот просто интересно. Так, я еще умудряюсь при этом патроны обыскивать. Нет, здесь как-то надо его убить, я так понимаю. Ну как? А, понятно, здесь сюда не пройти. Это тоже, блин. Что за шняга? Может, назад можно вернуться? Нет, не вариант. Хм. А что за прикол-то? Со всем этим, а? Минут, укажите сиди. Отходим. О, убил, что ли? Ой, аж залагало как. Ну иди сюда. На тебе. На тебе. Твою мать. Да что вы все такие сильные? Иди сюда. Смотрите, бежит от меня. Знает, что не стоит со мной связываться. Точнее, с Ларкой. Так, у тебя что, чудак? Чудак. Чудик.
О, отлично, 1/2 детали собрана лук. Так, тут что? Потрошки. А теперь сюда залезть можно, не? О, заметь... А, нет, есть колючая проволока, показал, значит. Вот хотел сказать, что... О, видите, когда сражались-то не было... Ой, была колючая проволока, когда сейчас уже не сражаемся, ее нету. Да все есть. Значит, это мне уже показалось. Вопрос, куда идти? Крысам? И куда меня крысы приведут? К какому-то ящику. Ну, мы еще за крысами с вами из метро 2033 следовали, поэтому... Так, а мы только с вами запчасти взяли. Ёлки, я-то думал, тут будет дневник какой-нибудь там. Не. Очень печально. Хотелось бы дневник какой-нибудь найти. Ну ладно. Тут пусто. Пустотень полнейшая. Тут, может, что-нибудь можно открыть? Нет. Увы, нет. Ну тогда с вами, друзья, поднимаемся наверх. Так. Сюда тогда идем. Что у нас здесь? Ну, опять-таки, инструменты. Что у нас здесь? Сейчас узнаем. Только стоит открыть дверь. Вот, отлично. Посмотрим. Так, опять... О, здесь что-то будет. Опять какой-то артефакт. Значок, который выдавали снайперу 2-го класса в армии императорской Японии. Ха. Иероглифы Канзи. Чье-то имя? Угу. Больше ничего нету. Походу, больше ничего нету. Все, здесь мы уже вот японскую гвардию, то есть жетон собрали, значок собрали, отлично. Так, что еще у нас есть с вами? Даже не знаю. Здесь смотреть нечего, брать нечего тоже. Получается, идти сюда только остается. Так, наверх не пойдем. Посмотрим, что у нас здесь. Увы, здесь пустовато будет. Ну же, а как... О, радиовышка. Сейчас, походу, и начнется весь паркур. Весь паркур, весь, так сказать, сок. Я не знаю, как это еще назвать. Как туда залезть, а? Алло. А, понятно. А не оборвется? Нет, не оборвалось. А как слезть? Оу! Стоп! Это не входило в мои планы. Может, надо было как и залезть? Я нажал кнопку. Хм. А, просто на Б нажать надо было. Вот черт. Тупанул малеха, ну бывает. Ладно. Вперед. Чувствую, сейчас лестница начнет крушиться, ломаться. Кстати, вот сейчас будет, наверное, похожая ситуация, вот как в метро тоже, опять-таки, нашим упоминаемым. Сейчас вот лестница эта вот начнет рушиться, как в метро. И что тогда? И мне будет интересно, как героиня наша слезет оттуда. Уже высота довольно большая. Так. Ну же, давай. Залазь-ка. Вот и прекрасно, так. А вон там веревка есть, в принципе. Если что, по ней можно спуститься. Вау, как тут высоко, слушайте. Воу. Спокойно, Лара. Держи себя под контролем. Так, ух ты, ну тут высоко довольно. Так, залазь. Что теперь? Вау. Ух ты ж, ёлки. Вот эта высота, да, покруче этой Останкинской башни будет, на которую лазил Артём. А, так там еще куда-то лезть придется. Ну все. Теперь я точно не узнаю, как она слезла. Или узнаю. Главное сейчас просто иметь терпение, узнаем. Оу, X. А, не надо нажимать X. Так, лазь, лазь. Спокойно. Вау. Вот это круто. Да, но все равно мне интересно, как она слезет. Да.
Давай, открывай, чё, зря, что ли, залазила. Алекс? Лара? Я у пульта. Так, эта башня должна усиливать сигнал передатчика. Есть. Теперь найди аварийный радиоканал и добейся четкого сигнала на своей рации. Потом передавай. Эй, мы здесь все держим за тебя кулаки. Спасибо. Ну как тут это дело убирать, а? Ну кручу я. Настроились на волну международной системы приема. О, получилось наконец-то. Пожалуйста. Мэйдэй, мэйдэй, мэйдэй. Это Лара Крофт с Endurance. Нас выбросила на остров в треугольнике дракона. Нам нужна помощь и медикаменты. Пожалуйста, ответьте. Ну же, давай, давай. Мэйдэй, мэйдэй, мэйдэй. Это Лара Крофт с Endurance. На связи борт N-117A. Мы начали поиски, как только получили сигнал бедствия, уже не надеялись. Мы тоже. Мы примерно знаем, где вы, но нужен визуальный сигнал. Я что-нибудь придумаю. Курс на вас, конец связи. Лара Крофт, ты моя героиня! Эй, даже Рейс улыбнулась, представляешь? Так, нужен сигнал. Чтобы такое поджечь. А я справлюсь. Ну и что ты подожжешь? Точнее, собираешься поджечь. Как она слезла с этого? Ну, понятно. Ну, я, конечно, предполагал, что таким методом, но там лестница полностью обвалилась. Ну ладно. Сохранение как скоро будет? Надеюсь, скоро. Так. Ну, здесь, мне кажется, нас встретят недружелюбно. Мне кажется. Ну, все-таки вот сохранение здесь. Что ж, давайте-ка на этой позитивной и веселой ноте завершим часть. Что ж, с вами был я, Глеб. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи. И всем пока.